Эта мышь светится в темноте. Вот ее фотопортрет, а вот это свечение. Это мышь Баскервилей. Сказал бы я, если бы у нас была менее научная программа, но мы за научную правду, тем более, что она будет поинтереснее всяких там фантастических рассказов. Здесь, в Красноярском научном центре, ученые разрабатывают терапию против рака. И вот эта мышка, она сейчас спит, у нее там в голове опухоль, ей ввели туда лекарство на основе аптомера, которое должно полностью эту опухоль ликвидировать. Представляете? Здесь, в Красноярске, в скором времени появится первый в России институт оптомеров мирового уровня. Что такое оптомеры? Как они могут помочь в борьбе с онкологией? Узнайте из этой программы сегодня. Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед учеными в области фармакологии – создание адресных лекарств, то есть влияющих только на очаг поражения. Дело в том, что традиционные препараты распределяются по всему организму. Большая часть вообще попадает в печень, где и разрушается. Соответственно, чтобы польза от этого лекарства все-таки была и в проблемную зону что-то допопало, нужно повышать дозу. А это влечет за собой еще большую нагрузку на организм. В случае с противоопухолевыми препаратами это, мягко говоря, не очень хорошо. Они токсичны и, подавляя раковые клетки, подавляют и здоровые. Создание адресных лекарств, которые попадают только в нужное место, повысило бы эффективность и безопасность терапии. Соответственно, вот как обеспечить вот эту адресность доставки, что вот у вас есть агент, который влияет, и вот есть клетка. Так вот, вот этот ключик, который цепляет ваш действующий агент к раковой клетке, это вот как раз оптомер. Над созданием таких адресных лекарств на основе оптомеров и колдуют красноярские ученые из медицинского университета и ряда лабораторий Красноярского научного центра. К ним в гости я и отправляюсь, чтобы разобраться, а как устроены эти лекарства будущего – оптомеры. Так что же такое оптомеры? Сейчас будет немножко сложно, но попробую объяснить. Глазом их не увидишь, потому что оптомеры — это искусственно созданные в пробирке молекулы, которые представляют собой короткие фрагменты одной цепочки ДНК или РНК. Если в человеческой ДНК количество букв нуклеотидов переваливает за 3 миллиарда, то в оптомерах их всего несколько десятков, и в растворе эти короткие цепочки могут свернуться в любую форму. Для примера возьмем, смотрите, вот ремень. Представьте, что это как раз много букв, которые составляют этот ремень. Как вы понимаете, его можно каким угодно образом в пространстве свернуть. И вот если у вас при этом появляется объект, который подходит под этот, вот этот свернутый в пространстве объект, то в принципе, и он хорошо у вас цепляется, в принципе, это можно каким-то образом использовать. Самое главное, что этот ремень-оптомер не просто свернется в какую-то форму, а свернется в форму уникальную, которая подходит только к определенному белку или вирусу, смотря для чего вы его создадите. Оптомер словно ключ, который подходит только к определенному замку. И таких ключей молекул можно насоздавать под любой замок. Оптомеров можно придумать как примерно как звезд во Вселенной. Как вы понимаете, это просто перебор букв, да, и в принципе комбинация просто невообразима. 10-17, 10-20. Столько звезд в нашей галактике не существует, сколько можно придумать комбинаций оптомеров. Понятное дело, что с такой комбинацией один да найдется тот, который может взаимодействовать с вашим белком. И вот если создать оптомер под определенную раковую клетку, то он пройдет через весь организм и нигде не остановится, а зацепится только за свою мишень. Сам по себе он с ней ничего не сделает, но если его нагрузить лекарством, то оптомер как курьер доставит этот ценный груз точно по адресу, прямо в опухоль. Можно сделать уникальный, что к одному человеку подойдет, а можно сделать как бы с меньшей специфичностью, но зато он будет для целой когорты пациентов, ну, с определенным заболеванием. И вот в этом-то вся как бы и кроется искусство даже, в этом искусство и есть, что подобрать такой оптомер, что он будет с одной стороны специфичный к этой молекуле, не будет связываться там ни с какими клетками крови, ни с какими там с клетками печени или еще с чем-то другим, но зато будет связываться только с этими опухолевыми, например, клетками. И у всех людей, например, с этим заболеванием, он будет его находить. И вот этим искусством овладели красноярские ученые. Несколько лет назад специалисты из разных научных сфер – физики, химики, генетики, медики, биологи, биоинформатики – объединились в группу, которая занялась разработкой оптомеров.
Руководит этими исследованиями доктор биологических наук Анна Кичкайло. Именно такую кооперацию разных специалистов, которые действуют в тесной связке, проводят совместные мозговые штурмы, они сидят каждый в своей лаборатории, вот такое сотрудничество Анна и считает причиной успеха. В деле создания оптомеров красноярские ученые смогли добиться высоких результатов. На самом деле наши конкуренты – это как раз мировые ведущие мировые лаборатории, ведущие мировые институты. Потому что мы работаем на высоком уровне, публикуемся в хороших журналах. Публикации в специализированных научных изданиях, в особенности высокого уровня, для любого ученого – это признание мировым научным сообществом важности его исследований. Вот, например, одна из таких разработок красноярских ученых, связанная с использованием оптомеров для диагностики рака, стала заглавной темой одного из выпусков. Исследование показалось зарубежным коллегам, мировому сообществу настолько важным, что нас даже отдельно поместили на обложку очень престижного журнала. А в целом эксперимент был сделан в Красноярске, и ФМБА, и Медуниверситет, и КНСС РАН принимали в этом участие. В чем суть исследования? Сегодня для выявления опухоли пациентов отправляют на позитронно-эмиссионную томографию, где им вводят глюкозу с ультракороткоживущим изотопом. Прожорливые раковые клетки поглощают глюкозу, накапливают ее в себе вместе с радиофармпрепаратом и становятся видны на томографии. Однако глюкоза накапливается и в других местах, например, в мозге, и он тоже будет подсвечиваться как проблемная зона. В результате врачу сложнее локализовать опухоль. Красноярские ученые создали новый радиофармпрепарат, присоединили к нему оптомер и сравнили на мышах старый и новый метод диагностики. Вот старый классический способ. Как вы видите, опухоль концентрируется много где, и при этом сама опухоль выглядит очень большой. В реальности она, естественно, меньше. А вот новый способ, когда оптомер идет только там, где находится у вас опухоль, и он концентрируется только в тех клетках, где реально существует проблема. Тем самым, при этом, обратите внимание, вот тут и мозг шел, естественно, глюкозу потребляет, да, теперь мозг, он не идет. То есть оптомер всегда концентрируется там, где находится опухоль. Тем самым вы повышаете разрешение и информативность от вашего метода анализа. Опухоль можно детектировать до 2 мм, а до этого обычным образом видится около 8 мм. То есть вы в 4 раза повысили разрешение. Это как смотреть старый телевизор и 4К. Согласитесь, значительно четче вам видно ситуацию. Оптомер в данном случае выступил как локомотив, который доставил вагончик с радиофармпрепаратом до нужной станции. А такие нановагончики могут быть разные и могут выполнять разную функцию. Например, с помощью оптомеров красноярские ученые смогли снизить токсичность цисплатина, стандартного препарата для лечения рака. Его упаковали в наноконтейнер из арабиногалактана. Это такое вещество, которое извлекают из коры сибирской лиственницы. За счет своего природного происхождения арабиногалактан лучше усваивается организмом. И присоединили все это дело к оптомеру. И дальше мы эту всю систему оптомером приносим в опухоль. И это позволило нам в 15-20 раз снизить дозу эффективную, то есть эффективность осталась на прежнем уровне. Сильно снизилась токсичность препарата. Более того, у вас выживаемость, по крайней мере, эксперимент, сделанный на мышах, повысилось, просто они все выжили. То есть перед нами реальный рецепт спасения, вообще говоря, людей в том числе. Но оптомер может не только подсветить опухоль или доставить в нее лекарство, он может ее вырезать сам, без участия человека. И такой эксперимент красноярские ученые тоже провели удачно на мышах и кроликах. Они разработали оптомер, который смог затащить в опухоль металлические нанодиски. Глазом их не увидишь, они толщиной всего в 20-30 нанометров. Для осознания размеров. Поделите 1 мм на миллион и возьмите из него 20-30 частей. Представили? Вот и я не могу. А люди смогли это сделать. На Красноярском радиозаводе разработали такие нанодиски. Они состоят из слоев кобальта и никеля, покрытых золотом. Драгметалл в данном случае нужен, чтобы не вызывать аллергию, а кобальт с никелем, чтобы магнититься. А вот как их магнитить, какими режимами, разрабатывали эксперты в этой области из Института физики. То есть в качестве действующего агента мы используем магнитную наночастицу или там нанодиск. И тогда, то есть к нему цепляется оптомер. Оптомер цепляет нанодиск к раковой клетке, обеспечивая там почти 90% узнавание, да, то есть вот только к раковой клетке. А после этого, то есть мы включаем переменное магнитное поле, и в этом переменном магнитном поле у нас наночастица, или нанодиск начинает колебаться.
И когда она колеблется, то есть она вот фактически как фреза разрушает оболочку клетки. Это для интраоперационного использования. То есть во время операции можно запустить такие нанохирурги в опухоль, включить магнитное переменное поле. Они там порежут оставшиеся клетки, которые хирург не смог удалить руками, потому что он просто их не видит, они маленькие, единичные. Потом это все смывается вместе с разрушенными клетками, эти диски. Это один способ борьбы, механический. Но можно заставить раковые клетки и саморазобраться, самоуничтожиться. Этот процесс называется апоптоз. Сделать это можно также с помощью оптомеров и магнитного поля. Там же можно менять что? Интенсивность магнитного поля, частоту колебаний, да? Форму сигнала. То есть можно синусоиду подавать, а можно, то есть, ну, прямоугольные импульсы подавать. Что в зависимости вот от изменения этих трех параметров можно подобрать такой режим, когда клетка переходит в состояние апоптоза. То есть и вот этот режим, он более выгоден, потому что организму не приходится потом вот бороться с этими, с последствиями разрушения клетки. Ну, то есть когда у вас в организме клетка разрушается, это надо все выводить. Начинает наступать интоксикация организма. А когда апоптоз, клетка разобралась на кирпичики, и эти же кирпичики пошли в строительство других клеток. Причем они абсолютно безвредны. То есть это равносильно тому, что вот вы либо здание ломаете целиком, либо вы его разбираете по кирпичикам, и потом этот кирпичик можно использовать, так сказать, для дальнейшего строительства. Понятно, что при таких условиях апоптоз гораздо предпочтительнее, но проблема в том, что ученые пока не могут четко ответить на вопрос, а что же запускает этот процесс в клетке? На самом деле, ни медики, ни мы до сих пор не знают, вот что заставляет клетку перейти в состояние апоптоза. То есть почему одна клетка говорит, что я саморазбираюсь, а другую клетку приходится, ну, разрушать. То ли это зависит от того, там, куда прилипнет эта наночастица, на какой рецептор она сядет, то ли это зависит, сколько наночастиц села на клетку. То есть это вот такое маленько темное пятно, да, то есть, которое пока непонятно. А вот другой эксперимент. Мышки ставят снотворное и вводят препарат на основе наночастиц пористого кремния и оптомера, который заточен на поиск опухоли. И он ее находит в голове животного и доставляет туда препарат. Затем мышку облучают светом с определенной длиной волны в специальной камере, отчего опухоль на снимке начинает светиться, ее становится хорошо видно. Это диагностика, причем без применения радиофармпрепаратов. Но что самое интересное, ее можно перевести в лечение. И теперь нам нужно ее полечить. Мы убедились, что опухоль есть. И теперь мы облучим ее светом определенной длины волны, которая возбудит наш краситель и убьет опухолевые клетки. А здесь на самом деле свет проникает не так уж глубоко. Вот красный свет проникает там 2-3 сантиметра максимум. И поэтому это такие скорее поверхностные опухоли или опухоли там открытые. То есть во время операции это можно делать. То есть в принципе, когда операцию делает хирург, он будет вырезать, да, и при этом, если он потом посветит вот красным, допустим, светом на эту же опухоль, абсолютно то же вещество, оно убьет, выделится синглетный кислород, как бы активные радикалы кислорода запустят процессы апоптоза, и клетки погибнут. То есть и саморазберутся. Этот эксперимент сейчас находится на этапе доказательства принципа работы. Например, вот в этих чашках выращен монослой раковых клеток, взятых от пациента. В него вводят препарат на основе оптомера и светят лазером только в центр чашки, обведенный кружочком. И именно в этом месте клетки опухоли и погибают, а за пределами зоны облучения нет. Это подтверждает электронная микроскопия. Но чтобы ввести эту технологию в клиническую практику, нужны лет 7 тестирований и заинтересованные фармкомпании, которые будут вкладывать в разработку деньги. У нас, получается, есть несколько таких вот вероятных заказчиков. Мы доводим до ума препарат для интраоперационной визуализации опухоли головного мозга. Изначально препарат начал создаваться в рамках госзадания Минздрава в Медуниверситете Красноярском. Потом теоретическая часть, как бы обоснование механизма действия, делалась Фицкая НЦ. Сейчас активно ведутся переговоры, мы сделали патент и собираемся вот как бы внедрять вот эту технологию, то есть фармкомпания берет его.
Многие разработки препаратов на основе оптомеров находятся на стадии исследований. Но вот это через год должна пойти в практику. В рамках госзадания Минздрава Российской Федерации в медицинском университете разрабатывают набор для выявления циркулирующих опухолевых клеток в крови. С его помощью можно определять, как действует противоопухолевая терапия или диагностировать онкологию на ранних стадиях. Потому что на самом деле циркулирующие опухолевые клетки появляются в организме до того еще, как уже визуализируется с помощью различных методов очаг заболевания до того, как его видно. То есть до сантиметра опухоль, которую еще пока не видно на МРТ или томографии, других видов томографии. Но опухолевые клетки мы уже в крови можем найти. Он делается на основе оптомеров, которые позволяют вытащить циркулирующие опухолевые клетки и отделить их от других клеток крови и посчитать. То есть методика, на самом деле, мы максимально упростили эту методику до такой, чтобы любой лаборант в клинике мог бы ее спокойно провести. Это новая методика в том плане, что в России таких анализов нет. На самом деле нету аналогов и в мире. Красота использования и неприхотливость в хранении – большой плюс оптомера в сравнении с теми же антителами. Потому что препараты антител, антительные – это белки. Белки нестабильные, и они очень чувствительны к условиям хранения и вообще к условиям использования. То есть у них срок жизни небольшой, и, соответственно, есть проблемы там правильной транспортировки и хранения. А ДНК или РНК очень просты в этом плане в использовании, что их можно хранить, они не такие требовательные к хранению, их можно высушить, развести, нагреть, охладить, и они готовы к использованию. Антитела, если вышли из строя, все, с ними уже ничего не сделаешь. Самое главное во всех этих исследованиях – создать нужный оптомер, подходящий к определенной цели. Делают это химическим путем, направленной эволюцией в пробирке. Из определенного набора оптомеров выбирают наиболее подходящий, дорабатывают, получают новую партию, отбирают еще более подходящий и так далее, пока в итоге не останется кто-то один. И процесс поиска такого идеала может растянуться надолго. Так, например, оптомер глиоми в лаборатории создавали 4 года. Мы специализируемся на том, что делаем рабочие оптомеры, те, которые будут работать в реальных условиях в организме и будут реально помогать людям. Мы модельные как бы селекции не делаем. Вот. И здесь есть такая небольшая проблема, что у одного пациента могут быть там одни рецепторы, у другого немножечко другие, у третьего третий. И мы можем в один прекрасный момент потерять все, что наработали раньше, и придется начать все заново. Ну вот с глиомой получилось так, но зато у нас есть несколько очень хороших оптомеров, которые хорошо работают на любых пациентах с опухолями, глиальными опухолями мозга, не только на глиобластомах, но и на других остроцитарных опухолях. Чтобы упростить работу и не выбирать оптомеры вручную из миллиардов вариантов, а как мы помним, оптомеров может быть как звезд во Вселенной, красноярские ученые для начала проводят все эксперименты в цифровом пространстве. Отрабатывают взаимодействие белков и оптомеров с помощью компьютерного моделирования. Моделирование помогает порой пробежать путь в 1000 километров за 1 километр. Вы, зная, как взаимодействовать на физическом уровне, то есть какие силы между оптомером и белком возникают, и зная, как это возникает, вот эти вот силы взаимодействия между оптомером и белком, вы на будущее уже более целенаправленно, более ускоренно создаете новый оптомер. Но все равно в физическом мире, в нашей реальности, заглянуть внутрь созданного оптомера, чтобы понять, а как там все устроено, невозможно. Слишком маленькая структура, никаким наноскальпелем не вскроешь. Но в этом деле может помочь структура побольше, я бы даже сказал, структура гигантская. Она возводится сейчас под Новосибирском. Это СКИФ, он же Сибирский кольцевой источник фотонов. СКИФ – это уникальная научная установка стоимостью более 47 миллиардов рублей. В 2025 году заработает первая очередь этого мегамасштабного проекта, и наша страна получит источник синхротронного излучения поколения 4+. Таких в мире еще нет ни у кого. Чтобы разобраться, чем он может помочь в создании оптомеров и как работает, я отправляюсь в Новосибирский академгородок. Вот это вот кольцо – это
накопитель, накопитель электронов, 3 гигаэлектронвольта, 3 миллиарда электронвольт здесь летают электроны, вот 476 метров, и предмет гордости, так называемый эмиттенс, эмиттенс электронного пучка, рекордно низкий, собственно, почему можно говорить, вот 4 плюс поколения, и вот самый совершенный источник синхротронного излучения. Использовать эту установку смогут ученые со всей страны для исследований в самых разных сферах – химии, физики, материаловедении, биологии, геологии, археологии. В этом синхротроне будут создавать очень яркие, интенсивные пучки рентгеновского излучения, которыми будут бомбардировать образцы. В результате ученые смогут получать очень четкие и точные изображения атомной структуры. Поэтому все можно исследовать намного более подробно. Можно исследовать микроскопические пробы, прямо вот буквально там какие-то микрограммы, нанограммы, там, не знаю, образцы астероидного вещества, там, образцы лунного грунта, что-то доступное такое в очень-очень маленьких количествах. Или наоборот, можно не статичную картину исследуемого объекта, а кино, то есть вот какую-то развертку по времени, процесс какой-то протекает, и мы исследуем вот особенности этого процесса. У нас есть вот эти специализированные установки, станции для исследования взрыва. Специальная станция, быстро протекающие процессы. Ну а задача – это вот разработать материалы, которые успешно этому противостоят. Те же самые вот двигатели самолетов при попадании птицы. Найдут применение для синхротрона и биологи. Группа Анны Кичкайло предложила разработчикам сибирского кольцевого источника фотонов внести в проект изменения и добавить станцию для исследования биологических объектов. Она должна появиться во второй очереди СКИФа. Мы тут набрались наглости немножечко и попытались пробить, чтобы была станция для наших биологических исследований. Вот. Специальная биологическая станция, ну, у нее определенные там характеристики, позволяет делать структурный анализ маленьких молекул и наночастиц, и вирусов в жидкости, в той нативной среде, в нужной температуре, в определенных там условиях. И мы активно это стали использовать. Мы первые вообще в мире, кто для ДНК сделали вот такие вот исследования. Мы сделали это в Курчатовском институте. Но здесь же мы именно работаем в СКИФе с разработчиками, чтобы они сделали прямо так, чтобы биолог, любой биолог свою любую молекулу мог очень-очень хорошо рассмотреть. Метод рентгеновской малоуглевой рассеяния, да, он позволяет определить форму, размер молекулы, находящейся в физиологических условиях в растворах. Да. Поэтому можно исследовать как оптомеры, так и комплексы вот, с белками-мишенями. Как трансформация, говоря, форма меняется при изменении внешних условий, температуры или pH среды. Вот смотрите для примера. Вот у нас есть оптомер Гли-55. Вы видите, 55 означает, что там 55 букв. Теперь вопрос, как они свернутся в пространстве? И вот вам для примера есть программы, которые предсказывают, как эта структура может свернуться в пространстве. Это называется вторичная структура. Вот видите здесь. М1, М2, можно так свернуть, можно как М3, а можно как М4. На самом деле здесь всего 4 привел, в реальности их тысячи. Вы представляете, на каждую тратить, на одну структуру уходит, если тратить моделирование, около 3 дней. Представьте, 3000 дней потратить на то, что малоугловое рассеяние эксперимент делает за один день. То есть один день нам экономит 3000 дней, если хотите. Еще одна инициатива Анны Кичкайло, с которой она вышла на правительство Красноярского края, это создание в Красноярске научного института, который отдельно занимался бы разработкой и доведением до конкретного потребителя препаратов на основе оптомеров. Подобных организаций в нашей стране пока нет, но учитывая накопленный красноярскими учеными опыт, есть все основания утверждать, что нам по силам его создать. Мы ученые, мы проверяем. Нам все интересно. Мы вот придумали что-то, оно да, действует, ура, не действует. Проверяем следующую нашу идею. Но сейчас получается, что нету вот этого промежуточного звена, которое бы доводило, допиливало каждую идею, каждый доказанный рабочий метод до того, чтобы вводить это в практику. До такого момента, чтобы это стало интересно фармкомпаниям, чтобы они начали взяли это себе и начали производить и делать это что-то для людей, что-то хорошее. Этот институт вроде как планируют, очень бы хотелось, что действительно, что их, ну, все начинания
наши и правительство Красноярского края все-таки бы вылились в создание действительно такого института, который был бы уникальный в России. Но мы готовы научить людей, чтобы люди из других организаций тоже могли бы, ученые, делать эти препараты и вводить их куда-то в практику, чтобы это все работало. Потому что мы видим, что да, оно работает. Самый первый оптомер, который мы сделали, он оказался рабочим, очень хорошим. До сих пор мы вот мышей с удовольствием лечим этим оптомером. Мы много чего на нем делаем интересного, проверяем. И интересно, что другие люди за рубежом, уже несколько публикаций я видела, где они используют этот оптомер, он работает у других. Это лечит кого-то сейчас или пока просто? Если честно, я не знаю, но статьи, которые мы читали, это были экспериментальные статьи, они делали препараты для терапии рака или сенсора. Вот. Но если это лечит кого-то, и кто-то сделал на этом патенты, и кто-то хоть одного человека вылечил, то это здорово, даже если мы об этом никогда не узнаем.